Каждый день мы делимся друг с другом информацией. Чаще всего мы пересылаем или публикуем ссылки. Ссылки на ролики на YouTube, ссылки на страницы интересных сайтов, ссылки на локации каких-либо мест. А вы знаете, что эти действия можно монетизировать? Превратить каждую отправленную ссылку в свою рекламную кампанию и раскрутить свой проект себя. Или таким образом можно рекламировать сам сервис и на этом хорошо зарабатывать. Легче понять и проще объяснять, используя примеры. Есть сетевая компания Mary Kay с продукцией по уходу за кожей. С одной стороны, есть дистрибьютор, которому нужно продавать эту продукцию. А с другой стороны, есть огромное количество людей, которые хотят как можно дольше сохранить энергию кожи и выглядеть молодо. Исследуя проблему, я нашел ролик на YouTube про возрастные изменения кожи лица. Итак, я скопировал ссылку на этот ролик. Перешел в личный кабинет Globox Web и зашел в раздел «Сокращенные ссылки». В первом поле вставляю скопированную ссылку. В следующем поле, для того чтобы в дальнейшем знать, что это за ссылка и куда она ведет, прописываю краткое название. Это только для меня. В следующем поле выставляю, насколько задерживать посетителя на промежуточной странице. Рекомендую выставлять значение «Переход по кнопке». Все, стартовые значения выставлены. Жмем кнопку «Сократить ссылку». Ссылка сокращена. Сейчас по умолчанию стоит обычный режим. И пользователь после перехода по сокращенной ссылке посмотрит ролик и получит рекламу сервиса Globox Web. Если вам нечего рекламировать и вы хотите зарабатывать деньги с помощью сервиса Globox Web, то оставьте все без изменений. Но вернемся к тому, что нам нужно рекламировать продукт компании Mary Kay. Давайте к этому ролику прикрепим информацию об этом продукте. Для этого копируем ссылку на страницу, где описан продукт и размещена информация о нем. Возвращаемся в Globox Web и изменяем режим агрегатора с обычного на личный. Вставляем ссылку, которую только что скопировали, и сохраняем изменения. Агрегатор сохранен успешно, и теперь рекламной ссылкой будет наша личная ссылка. Мы сократили ссылку и получили новую, наделенную дополнительным свойством. Давайте посмотрим, как это работает. Отправим ее своему знакомому. Я для этого воспользуюсь Telegram. Итак, вот телефон, мое сообщение получили. Нажимая на ссылку, пользователь попадает на промежуточную страницу. Для продолжения нужно нажать кнопку. Это как раз та надстройка, переход по кнопке, что мы сделали. Нажав на кнопку «Перейти», пользователь попадает на тот ресурс, о котором было заявлено. То есть никакого обмана. Но есть еще дополнение. Это скрытая реклама. Скрытую рекламу он увидит в двух случаях. Первый случай, когда он нажмет кнопку «Вернуться назад». И второй случай, когда он смахнет, закроет текущую вкладку, а за ней откроется рекламная страница. Вот так работает сервис Globox Web и скрытая реклама. Это не все функции и возможности платформы. Помимо скрытой рекламы, есть еще активная реклама. Детальная статистика переходов по сокращенным ссылкам, личный кабинет, где хранятся все сокращенные вами ссылки и возможность их редактировать. Также в компании есть щедрая партнерская программа. Изучайте, присоединяйтесь, раскручивайте себя и зарабатывайте деньги.